Я хотел бы на месте разбойника быть пригвожденным, на кресте одесную Иисуса Христа. И в минуты страданий, и страшные смерти, мучения, я б до боли родные слова прокричал. Мой любимый Господь, Иисус, мой страдалец невинный, ты святой, ну а я такой грешный, ничтожный твой раб. Не хочу я на этой земле без тебя наслаждения. В своем царстве, о Боже, прошу, ты меня помяни. Ты ходил по земле той, что руки твои сотворили, и людей всех учил, только я в этот час согрешал. А теперь нас с тобой одинаково приговорили. Правда, я заслужил, ну а ты за что пострадал? Я смотрю на Христа, с под венка кровь святая стекает. Я бы вытер ее, только руки прибиты мои. Сердце уж страшный холод смертельный сжимает. Как хотелось бы мне в то мгновение все изменить. Если б жизнь возвратить мне и снова начать все сначала, я б уже не грешил, я б у ног Иисуса стоял. Да уж поздно теперь, для меня пришло время расплаты. Я бессилен уже, и вот-вот смерть ко мне подойдет. Что же это я вижу, Христос взор ко мне направляет. Его ласковый взгляд снова душу пронзил мне насквозь. И я слышу слова, что Христос произнес, умирая. Говорю тебе ныне, ты будешь со мною в раю. Я не верю ушам, но глаза Иисуса так милы. И слова как бальзам, и надежда они для меня. Они в сердце мое вдруг вселили бодрость и силу. Как я счастлив теперь, ведь Спаситель мне жизнь подарил. Как я счастлив теперь, ведь Спаситель мне жизнь подарил.